столице задержана банда подростков, убивавшая граждан с неславянской внешностью. Вместе с молодчиками в руках у следствия оказались кассеты. Свои дикие акции молодые люди снимали на видео. Наши коллеги из программы... 1-0-5! Ты должен убивать! 1-0-5! Ты должен убивать! 1-0-5! Ты должен убивать! 1-0-5! Ты должен убивать! Они уже должны демобилизоваться, были 25 декабря 99 года. Иронично, конечно. Я воду просто обожаю. Полежать в ванне – все равно, что в рай слетать на полчасика. Но вот маршрут в этот рай проходит прямиком через ад. Поэтому часто я в ванне не лежу. Максимум два раза в месяц. Журчание воды могу слушать часами. Лежу, закрываю глаза и представляю, что на пляже, на море. Мне 28. А море я ни разу не видела, только по телеку. Вот это реально зря и жаль. Меня зовут Надежда. Или просто Надя. Меня зовут Роман, или просто Рома. Мне 30. Я видел море не по телеку. В ванне тоже лежу нечасто, потому что все время на работе. Взлеты и падения – это будни моей профессии. Я журналист. Взлеты и падения вредны для моего здоровья. Шанс родиться с таким заболеванием – 1 из 300 000. Зловредный ген должен оказаться у обоих родителей, что практически невозможно. Кому это интересно? У меня вообще все очень просто. Если к вечеру на теле нет новых ран, пузырей и язв, значит жизнь удалась. У меня вообще все очень сложно. Если я упаду, меня кто-то сильно обнимет или просто сожмет руку, меня станет еще меньше. Заобнимать и зацеловать до смерти – это про меня.